Кто там спрашивал? Десерт, тут еще что товарный заходит. Кто хочет в льду? Фога. Фога. Бревнышки бьем. Раз, если десерт ничего не ответит, я тебя возьму. Кофе кашешь. Ну ладно, Таурек зашел, он вылетел, нет. Возьму его обратно. Фога есть еще здесь, ждет. Давай. Хэм. Давайте хэм. Андряга, тяни звезду. Играем все в звезду. Многих уводим. Энергетика забыл. Потом пошел. Бум-бум, готов, Войд. Так, Войда нет. Пойдем пока так. Идем так. Краши с водопадом могут зацепить аккуратнее. Может тягать босса. Дряг один на конечке с Агри. Мы здесь пустыни подождем. Появляется большой древень, мы играем в него. Появляются маленькие мобы, мы играем, продолжаем дальше босса играть. Встаньте под босса все. Играйте босса, трэш не трогать. Просто в босса играйте. Появится деревце, мы его сольем. Так, справа деревце сыграли. Прекращайте каст. Бейте дальше. Нифига себе, выпал рецепт за 15 тысяч. Держи, Санчо, рецепт за 15 тысяч. Ты серьезно, его кто-то купит за 15 тысяч? А что за фигня? Раньше да, дроп сфер был больше. Делаем пожарку. Давайте не разок тут попробуем ради смеха. Давайте. Так, пепер фейл, кидайте перелол, перерол или я кину за вас. Паладин, сделайте ребаш, пожалуйста. Почему он стоит 15 тысяч? А типа, что в нем особенно?
Какой порт еще раз? Воображение. А Пеппер должен отойти от босса, значит не делаем хардмод уже, нету хила. Ой, я спокойно. Блин, ну печально. Да, с такой убить. Нет, Джесс, нет, нет чего. Я не был ничего. Потом хардмод на Везексе сделаем, это быть. Вместо пожарного. Да, оставайся в Анхе. Ты еще любил? А, его и докинул. Вот и тут. Не, ну давайте бессмертие сделаем. Пяти быть. Левый ТП. Раздай только кресты. Куда это посоветует? Ну, кулочки еще кинуть. По-моему, на прошлом КД. Последний раз в среду мы бессмертие сделали и Торима, и пожарную. И Мирона вроде. Как тут? Как, дружище? Ладно, без него начнем чек. Скарлетт, иди начинай пулять босса. В общем, милики, когда бьете босса, он юзает шоковый удар. Это на первой фазе, вы от него отбегаете. Каст скилла 3 секунды. Аурус и сосредоточение поставьте вместо жетра. Сейчас босс строить пойдет, скорее всего. Блин. Отбегайте. Ну, я видел, Скарлетт ничего не учится за 20 лет. И убегает от хилов, когда надо в рейд забегать. Да, Скарлетт? Так, ну давай, Фейл, подымай, Скарлетт. Фейл, Селаси, ебумбума. Бушки. Что ты спрашиваешь? Я говорю, бурсти. Бурсти, бурсти. Блин, а что надо делать здесь? Можем не бурстить, довести до стрелы, посмотреть, кто еще не внимательный в рейде. Давайте так сделаем. Я буду молчать пока.
Давайте под босса скоро быстрее. Зачем подсказываешь? Классно, да, когда хороший ДПС вроде? Точнее, это босс нулевый. Клуб поменял. Да. Ой, где ты тут? Да. Фирпус. Он мне написал наверняка. Бейте, не бейте. Все, сейчас босс соберется в три части, их нужно будет одновременно залить. А мелики, низ, тело, РДД, башку, тело. Звездочку не бейте. Зарак бьет звезду, когда сказал не бейте. Я не звезду бью, а маленькую там погиб. Ладно, давайте посмотрим. Вдруг моб выживет. Кант, убери пета. Блип, это Карлет! Карлет, попробуй забрать босса на себя, например. Ты тут вообще? Ты корона. Залили моба. Уже вижу. Давайте больше дамаги вниз. Забегайте все в метку. Плота, умираешь. Нет, повезло. Больше. Стопайте по башке, играйте вниз и в середину. О, сейчас будет самое интересное, смотрите. Вот, да. Минус сколько? 3, 4, 5 и почти 6. Конец связи. Укритель. Да, у пацанов, которые на посланника собирают вещи. Вот джет с собой пойдет, вот он. Просто осталось два босса. Три. Да, три. Ух ты! Уболевшись в Эльбии, портаемся. Я не знал, что отсюда йога видно. Я вниз. Он спрятался. Да, да, отходи. Ну, пошли, пошли. Я дальнего, ты ближнего. Да, портится. Болевшаяся галерея. По-другому сыграйте.
хочу звездный скитальц. Степенек, вместо шема что-то другое есть? Понимаете, все свои шемы. Может, не тестаем. А ты дай ему какую-нибудь пушку, которая раньше выпала в лесе. Танковскую дай ему временный пол. А я могу дать. В общем, здесь будут появляться пары саранитовый пар. Это хаотично. Выглядит как зеленые тучки. 15 тысяч хп. Вот за определенное время их становится очень много, и появляется саранитовый страж для бардмода, для ачивы. Вот, поэтому никто не должен бить АУЕ дамагом по этим тучкам, парам саранитовым. Звездопады отменяются, вихри куриков отменяются. Паладины, никаких бурь, освещений, все, играем только точечно. А если прописать макрос на отмену этого фрагмента души с Ашема, то можно же им бить, по идее? Да, можно. Найс. Как Клойд учил. Прыгайте танки, а тогда убиваем мобов. Еще пару важных вещей. Босс кидает метку безликого. Дебаф такой. Зеленый луч связывает вас с боссом. Вам надо будет как можно дальше отбежать от игроков рейда, подождать, пока дебаф закончится. Так как он отнимает жизнь у всего рейда и придает ее боссу. Маги могут прожать глыбу, а остальные просто отбегаем. Фурики можете в РК макрос взять и решим убить. Ну, понятно, был бы. У кого есть идея, да? Так можно, смотрите. На ДХБ там соберемся, на час будем собираться. Кто там придет, не придет, потому что состав вообще не будет. Если что, его опять буду пойдем. Там от меня и РТ до 4-часовой или во сколько там? Ну да. Пеппер, ты пришел? Нам надо хил. Спекайся в хила, будешь под боссом стоять. Называется каст у босса, который нужно сбить.
и поражаться еще перед другим костом. Надо все звучить, чтобы Скарлетт не упала. Белокаст. Кто-нибудь помнит? Резко тьмы, давай почитаем. Вот. Эндриага, Скарлетт, прочитай внимательно. Вот перед этим скиллом лишь надо прожиматься, верно? Всплеск тьмы повышает физический урон на 100%. Перед этим скиллом нужно прожаться. 10 секунд, как раз можно незыблемость отдать. Кажется, она длится 12 секунд. Тогда все будет в порядке. Так, все милики под босса. ДК подбивает каст? Хочешь куча плани сбивать? Да, кал ДД. Прочитай, Андриага, внимательно. Скилл жгучее пламя. Когда он будет кастовать его, ты собьешь его заморозкой разума. Теперь. Тагец под босса. Будешь килить, когда скажу. Хазарак тоже под босса. Хазарак будешь первым хилить. Тагет ничего не делай, просто стой. И можешь побить посохом босса. Так. Звездочка. У нас четвертая пати. Кружок. Четвертая пати в звездочке, третья пати в кружочке. Саншо, ты хилишь третью пати, но кого достаешь по возможности? Чек. Давайте шкаф. Тогда у нас и Пеппер. Есть у Арак Кладжи. Теперь с пула надо хорошенько напулить на Скарлетт. Два ханта напуливаем на Скарлетт. Чек. Таурек, ты понял, что здесь делать? Не бить вихрем. Да, да, понял. Хорошо. Помните, что мы делаем хардмод, где нельзя бить АОЕ дамагом, пока сиренитовые пары в воздухе. Все, Скарлетт, бей, начинай. Начинай, Скарлетт. Сделай 5 шагов назад, быстро. Все, стоять. И зайди во фрейм. Так, отбегай. Четвертая пати, отбегайте. Третья пати, отбегайте, точнее. От звезды отбежали, четвертая пати. Сбежали. Третья пати отбежали. Скоро будет метка безликого. Хазарак, хиль танка, первым колесилась, отбеги, отбежали от него все. Четвертая пати отбежали. Убегаем опять. Третья пати отбежали. Блеск тьмы, прожмись. Куча пламя. Чего никто не сбивает, блядь? Да пизды, наверное. Говорил об этом много раз. Че ты не сбил, оказывай, куча пламя. Юнт, отбегай, выбегай с рейда, от него отбежали. И он жди, пока дебаф пропадет. Так, четвертая пати отбежали.
Так, третий пати отбежали. Ну еще полторы минуты ждать паров. Отбежали четвертой пати. Полторы минуты. Давайте, доводите босса до трех лямов. Вам только не убейте его. Отбежали четвертой пати. Лотта, выбегай с рейда. Выбеги с рейда. Жди, пока дебаф пропадет. Жди, пока дебаф пропадет. Блять. Давайте, забежали в лужу. Это не вам говорю, четвертой пати. Третьей пати отбежали. Четвертой пати отбежали. Юрит, выбегай с рейда, отрыв, не выбегай с рейда. Стопаем. Четвертой пати отбежали. Не надо ничего стопать. Вандами побейте. Четвертой пати отбежали. Сейчас будет стиранитовый страк, они молджаз заберет и будем в него играть. Каст, каст. Четвертой пати отбежали. Один лям остался. Стоп, не бить босса. Все, даваем рост, играем в босса, только отбежали четвертой пати, отбежали. Все в сиранитового стража играем. Булгримс, отбеги от рейда, отбежали от него. Третья пати отбежали. Кралька! Кралька, глыбу прожми. Бей босса пока. На пульте на Animal Jazz, теперь третья пати отбежали. Четвертая пати отбежали, отбежали четвертой пати. Забегаем уже. Третья пати отбежали. Третья пати отбежали. Гильдаль, выйди из рейда. Выйди из рейда. Жди, пока дебаф пропадет. Четвертая пати отбежали. Тагит хил. Четвертая пати отбежали. Отбежали все. Да, там мы падаем. Четвертая пати отбежали. Какие ужасы вас. Тапки. Да. Не прослакать, пожалуйста. Йок. Так, кто может танк спекнуться? Зарак, ты умеешь в комнате ходить? Нет.
Ладно, тогда фибрилляция, пойдешь в комнату Джест и Клота. Фибрилляция уходит. Что там делать? Ну, перед заходом нажимаешь на себе щиток, заходишь. Твоя задача будет убить мобов, которые там будут, максимально низкий урон получить от этих черепов, то есть надо от них отворачиваться от этого взгляда, как на третьей фазе. Я там ни разу не была, даже не знаю, что делать. Ну, сейчас посмотришь. Сначала убьешь мобов, потом бежишь вместе со всеми, там будет большое такое чучело, мозг. Его буштишь, не знаю, как можешь, просто нажимаешь, если на все. Так, короче, так, смотрим. Три танка у нас Ангель, Скарлетт, Анимал Джаз. Первая фаза, стоим все в звездочке, РДД, милики бьют на этих мобов. Я говорю, ник человека с дебафом, он отбегает из рейда, из мили-зоны, точнее. Это если милик с дебафом будет. Не топчитесь по лужам, милики РДД. Будут выходить мобы из этого. Теперь по порталам. Сейчас вот портал мы скидаем. Значит, слева заходит вот первый. Угрим второй, будет и третий, четвертый. Халик Власи. И сейчас тут пятый будет. Вуди, а тут накинь фибрилляцию 2000 ИП. Я не умею, мне не то дома. Пеппер, накинь 2000 ИП фибрилляции. Так. Симони Вара. Кризифилакс ТВРК. Будешь заходить в портал, пятый слева. Снакс, Браво, Анрикс, первый, Кралька, второй, Джесс, третий, Калк, четвертый, пятый, Клота. Как вы зайдете все в порталы, будем играть так. Третья пати налево идет бить мобов, четвертая направо. Также выходим в порталы, третий налево, четвертый направо. Перед заходом в комнату надо прожаться. Там чистый щетинность. Что? Это пятый портал, в который я должна зайти. Ну, Где он находится? Он находится сзади, видишь, моб стоит Сара. Территориально где-то сзади Сары. Если выйдет так, что ваш портал заняли, вы бегите в другой. Такое бывает. Они неровно стоят просто. Теперь перед заходом в комнату надо будет как-то прожаться. Присты могут себе дать молитву, обновление и щиток. Паладины тоже щиток, флешку. Совы, когда будете юзать звездопад, прожимаете дубовую кожу. И если у вас хп падает, вы сразу юзаете спокойствие. Но присты, если что, скажу, Димон отхил. Вот. Чек. Что там еще вам сказать? Азарак, будь в энхе. Здесь не надо 5 хилов. Пекайся, Венха. Кулак по пару. На третьей фазе танки ваша задача будет агрить на себя появляющийся трэш. Как можно быстрее отводить его от босса. Да, и кайтить его. Почему его надо отводить от босса? Потому что мобы исцеляют здоровье боссу. И кайтить его, отворачиваясь от самого босса, от его взгляда, потому что взгляд наносит урон, и вы теряете от этого стаки здравомыслия. Если вы теряете стаки здравомыслия, вы вообще попадаете в контроль.
Все остальное озвучу время боя. Такие приколы, как РДД бьет большое щупальце, миленькие мелкие щупальца. Черепа там отбегают и так далее. Пошли, короче. Бегайте лужу. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Так, милики, под Сару становитесь, но избегайте луж. Если Филакс выйдет с рейда, братья первого моба. Пел с рейда выйди. Два моба. Убивайте быстрее моба. Войд с рейда выйди. Убиваем моба с меньшим хп. Звездочку. Звездочку сначала бьем. Звездочку сначала бьем. Понимал же сынок, давай сакру. Добиваем следующего моба. Англив с рейда. А, нет. Оставайся в рейде. Не повезло немного. Звезду играем. Здесь никто не вайпнется сейчас. Звезду. Звезду убиваем. Нет, пала не ресать. Милики, отбегайте от моба. Начинается сейчас фаза. РДД большой слизь... большого слизня. Большой щупальца бьем. Милики, мелкие щупальца. Большому щупальцу не подбегать. От лучей отбегаем. А что сейчас танком делать? Танком ничего, можете побить мелкие щупальца. Гильдаль, гим на ману давай. От черепа отбежали. От лучей отбежали. Саншу, споешь сейчас еще гимн на ману. И на звездочке. Так, от черепа отбежать. От черепа отбежали, от лучей отбежали. Занимайте свои позиции по порталам. Скоро будут порталы, надо будет зайти. С Вудялина сбейте. Найдите мелкие. Мелкое щупальце убейте его, Вудялина. Ты где? В центре, где йог. Так, заходим в порталы. Третья пати налево, четвертая направо. Что там, портал? Порталы зашли все близко. Визифилак, зайди в портал. Калисиласи, спокойствие, прожми. Зачем Animal Jazz заходишь в портал, если ты танк? Не зашли. Ну и что? Надо было подождать, чтобы... Давайте бьем в мозг. Визифилакса хилим. РДД бьем, милики бейте, щупальца большое, пока оно онемело. Сколько там выходить? Выходим. 5, 4, выходим. Занимаем свои позиции. РДД, все бьем в звезду. Милики, не подходим к звезде. Мало дамаги в звезду. Резифилакс. Англи, сбеги к резифилаксу. Кружочек надо слить. Пошли в порталы. Поучи. Лена, зайди в портал. Не вижу. Ну, найди что-нибудь. Animal Jazz опять заходит в портал. Я не боюсь тебя.
сколько времени? Без понятия. 15 секунд. Еще 2 ляма видны. 9, 8, 7, 6, выходим, 5, 4, 3, опять занимаем позиции. Звезду добить, от лучи отбежать. Звезду, я не успела выйти. Звезду сливайте, а, она внутри, да? Любой РДД, заходите в пятый портал слева. Звезду надо убить. Все, все, бей, жест. Мы еще так держимся. Давайте, лям осталось перевести. Оставайтесь до конца. Выходим, выходим. Все выходим. Отворачиваемся теперь, отворачиваемся. Отворачиваемся. Начинаем бить босса. Скажу, когда отвернулся. 3, 2, 1, отвернулись. Бьем босса. 5, 4, 3, 2, отвернулись. Джесс, поднимай Хали Селаси. Бейте босса. 3, 2, отвернулись. Бьем босса. Танки, кайтите мобов. Почему мобы в этом мили-зоне? 2, 1, отвернулись. Отвернулись. А не, не вылетел еще. Моба забрать. 2, 1, отвернулись. Пять, четыре, три. Юнт, отворачивайся. Все отвернулись. Так, кресты, подходим к мобам, даем фир. 4, 3, 2, отвернулись. Отвернулись. Так, начинаем бить дальше. 5, 4, 3, 2, отвернулись. Мобов забирайте на себя. Отвернулись. Осталось чуть-чуть добить. Хали Селаси, поднимай Англифа. Отвернулись опять. Отвернулись. Бля, где он? Бьем босса. Гильдаль, гимна отхил, отворачивайся, пой гимна отхил, отвернулись. Пул Гримс, давай теперь ты гимна отхил. Все, добиваем босса, 3 секунды. Добиваем босса. Формула. Зарак, ты энчантер? А, нет, нет. Извините. Лена, ты энчантер? Да. Это просто персональная штука. Да. Я тут не резнет, да? Скринит. Так, выкройка. Теперь ты увидела, что в комнате? Ужас. Ну, ты там, когда выходишь, нужно лицом к мозгу поворачиваться, иначе тебя не выгонят. Так, у Пеппера нет места, тогда себе заберу, так и быть.
Покоритель. Роль, жест, лютец. Так, меня выкинуло. Наверное. Выкинул. Кто выиграл покорителя? Там фейл только роду. Защитник. Так, давайте. Кому же голову отдать? Давайте паролем посмотрим. Это портится. Не по второму. Калк, джест. Калк, джест. А, анимал джаз. Калк Энимал. Тут там выше. Калку дадим.